Умение оказать первую помощь – элементарный, но очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь. И научиться грамотно оказывать первую помощь может каждый. Как говорится, было бы желание. Первая помощь – это комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания, отравление – в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная и оперативная первая помощь. А приобрести такой навык может любой желающий. На базе Тверской станции медицинской помощи проходят бесплатные курсы по обучению в рамках проекта «Спасатели рядом». Человек проходит, обучается 4 занятия полноценных, и в конце, после того, как он пройдет 4 обязательных занятия, мы проводим аккредитацию и аттестацию. После сертифицированный волонтер может активно участвовать в проекте с полным осознанием дела, оказывать первую помощь в экстренных ситуациях. Благодаря специальному мобильному приложению осуществляется виртуальное дежурство и оповещение добровольного спасателя о несчастном случае поблизости. Вызов волонтера осуществляется как со стороны специальных служб, так и свидетелями с помощью отдельного приложения. Таким образом, система способствует наиболее быстрому оказанию первой помощи, одновременно контролируя качество и квалификацию спасателей. Услышал о программе «Спасатели рядом». Они сейчас пропагандируют то, что каждый человек может помочь. Соответственно, обучают правилам первой помощи, дают азы, дают правильные навыки, правильные знания. Соответственно, начал обучаться. После того, как обучился, пошел уже выше на инструкторские курсы, получил корочки инструктор. Теперь уже преподаю первую помощь для остальных людей, которые смогут, соответственно, помочь кому-то еще. Спасатели рядом помогают экстренным службам обеспечить оперативное реагирование на происшествия при содействии подготовленных аттестованных добровольцев. Для медицинских служб добровольцы – надежный вспомогательный ресурс, обеспечивающий поддержку пострадавшего на месте до прибытия специалистов, а также оказывающий содействие в дальнейшем оказании помощи. Никаких трудностей нет, это просто постоянный процесс обучения. Мы от этого получаем огромное удовольствие. Вот тема, конечно, серьезная, но у нас все это довольно ярко и весело проходит. Система реагирования организована таким образом, что не имеет ограничений по территории действия. Добровольный спасатель, перемещаясь, постоянно находится в зоне действия системы. Неважно, в каком районе он находится, при вызове он получит оповещение о возникших поблизости экстренных ситуациях. Зарегистрироваться можно онлайн на официальном сайте Тверской станции медицинской помощи. Занятия проходят по воскресеньям с 10 до 16.00. Главная задача проекта – задействовать как можно больше людей, ведь своевременная помощь может спасти жизнь.